Смартфоны Samsung Galaxy S10 на соусе Exynos 9820 быстро разряжаются из-за найденного бага. Платформы Exynos от Samsung никогда не имели репутацию максимально энергоэффективных. Смартфоны Galaxy S10 с Exynos 9820 лишь укрепили данный факт. Версия со Snapdragon 855 не только является более производительной, но и работает в тестах на час дольше, чем аналог с Exynos 9820. Однако это далеко не самая большая проблема смартфона. За последние пару недель было выявлено несколько ошибок, затрагивающих все модели Galaxy S10, которые еще больше сокращают время работы. Например, это так называемая ошибка датчика приближения, из-за которой телефон по ошибке включает экран в кармане или в сумке. Также смартфон может включить экран в результате случайных прикосновений бедром при ношении его в кармане. Версию Samsung Galaxy S10 на базе Exynos также затронула и более серьезная проблема. Многие жалуются на то, что аккумуляторы их смартфонов разряжаются очень быстро. Подтверждено, что ошибка появляется при совершении звонков по интернету через WhatsApp, Viber, Facebook Messenger и другие приложения. Из-за бага чип Exynos 9820 продолжает работать на завышенной частоте даже после окончания разговора. Единственное решение, которое пока что найдено, это перезапуск Galaxy S10 после каждого WOW IP-звонка. Официального комментария Samsung пока не было.